Это Филиппийцам 4 глава, 7 стих. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот смотрите, два момента здесь можно выделить, что мир Божий, он превыше всякого ума. Что это значит, дорогие мои? Что мир Божий, он непонятно, откуда он приходит, каким образом он приходит в твое сердце, но написано, что он соблюдает твое сердце и твое помышление всегда в Иисусе Христе. Давайте разберем это место Писания. То есть мир Божий, он превыше всякого нашего понимания. Я думаю, вы, наверное, замечали, когда приходят какие-то трудности в жизнь, когда приходят какие-то испытания, и когда ты начинаешь, ну это естественно, да, для человека, начинать переживать, начинать нервничать, но когда ты вдруг обращаешь свой взор к Господу, ты начинаешь молиться в это время, и ты чувствуешь, что приходит Божий мир. И ты не знаешь, переживали когда-то такое? Конечно, ну вот Костя, слава Богу, переживал хоть кто-то. Но я в своей жизни это очень часто переживаю. Когда приходит какое-то испытание, да, первое, что тебе приходит, это паника. Как? Чего? Ну мы же взрослые люди, да, мы все привыкли под контролем держать, а тут вдруг какая-то ситуация бесконтрольная. Но когда ты только говоришь: «Господь, я все отдаю в твои руки», и сверхъестественным образом приходит просто Божий мир. Аминь. Вы знаете, давайте я вам на нескольких примерах это покажу. Мы, ну так получилось, что вот по роду деятельности своей очень часто приходится ездить. И не просто ездить, а летать на самолетах. И муж мой, ну все знают, да, что пастор не любит летать на самолетах. Я достаточно спокойно летаю, но все равно иногда ты идешь, но все равно какое-то чувство тревоги все равно присутствует, да, когда тебя там отрывают на 10 тысяч метров от земли, но все равно как-то нам некомфортно, да, на такой высоте. Но да, я, в принципе, достаточно спокойно всегда это делаю. И вот в этот раз мы летели уже домой, все, у нас все мысли уже дома, все мысли уже в церкви. И вот мы в Мадриде садимся в самолет, погода прекрасная, вообще ничего не предвещает никаких там приключений. И вдруг, когда самолет уже начал набирать высоту, вдруг его начало трясти какая-то такая мелкая дрожь. И я смотрю на своего мужа, он уже, смотрю, держится за поручни, начинает немножечко так нервничать, и я тоже начинаю нервничать и говорю: слушай, что происходит, что его так трясет, вдруг он сейчас так раз и развалится прямо вот в воздухе. Он говорит: да, что-то неприятно. Вот, и потом летим дальше. И дальше больше. Его начинает просто трясти. Думаю, ну как же так? Погода такая хорошая, солнце, чё ж его так трясет? И смотрю, значит, там что-то капитан, ну, командир корабля вот нашего самолета что-то сказал, а он сказал это по-немецки, я ничего не поняла, у меня еще больше паника началась. Я говорю мужу: чего он сказал? А он, говорит, сказал, чтобы стюардессы с этими тележками, на которых они еду развозят, чтобы они ушли и сами пристегнулись. Я думаю, ну если уж стюардессам сказали уйти, тогда точно все плохо. И самолет трясет, и его прям кидает во все стороны. Я думаю, ну все, прощай церковь, прощай жизнь. Я уже приготовилась, говорю: Господь, ладно, все, готова я для встречи с тобой. Думаю, ну, наверное, не для этого я уехала на месяц, чтобы вот так вот уже на пути, можно сказать, на подлету к дому, вот так вот. Вот. И я взяла мужа за руку, смотрю, он сидит, делает вид, что ему нормально все, что ему хорошо, но я-то знаю, что не все хорошо. Я взяла его за руку, говорю: давай будем провозглашать вот это слово, мир Божий, который превыше всякого ума. И мы просто вслух с ним начали вот это место Писания произносить. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. И вы знаете, ну действительно, ну хотите верьте, хотите нет, но сверхъестественно приходит мир. И ты знаешь, но что бы ни случилось, Господь, Он хранит тебя в своем совершенном мире. И вы знаете, правда, сразу пришел мир. Еще какое-то время самолет там трясло, кидало, но я точно знала, что мы долетим, что это самолет, который Господь охраняет. Я думаю, ну не даст Господь погибнуть своим праведникам. Аминь.
дорогие мои. Поэтому Господь нас хранит. И ты сразу начинаешь думать Его мыслями. Почему здесь написано, что Господь хранит твои помышления во Христе Иисусе? То есть ты начинаешь мыслить мыслями Божьими. Аминь. Ты не думаешь, что все, я сейчас разобьюсь и умру, а ты начинаешь думать, что все будет хорошо. Господь хранит меня. Господь заботится о моих детях, в конце концов. Так ведь? Поэтому Он хранит наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Еще один момент, еще один пример, опять же, из нашего отпуска. У нас всегда примеры, но я думаю, что это здорово, да, они так наглядно дают почувствовать какое-то место Писания. Вы знаете, мы, как Павел уже сказал, какое-то время были в Швейцарии, в больнице, потом было несколько дней реабилитации после операции. Потом мы были на конференции, то есть, представляете, да, сначала операция, а тут же сразу конференция. Ну, слава Богу, Господь все усмотрел. И вот после этого мы наконец-то едем отдыхать в Испанию. Думаю, ну, наконец-то, вот я сейчас вот лягу звездой на пляже и ничего не буду делать, просто вот лежать и загорать под шум прибоя. И вдруг мы прилетели в Малагу, сняли машину, и у нас были деньги, у меня в сумке, они лежали в конверте. Ну, деньги на отпуск, да, понимаете, что в отпуск надо ехать с деньгами. И вот какая-то определенная сумма денег у меня в сумке. И мы такие радостные, снимаем машину, садимся, едем по красотам, по горам, там в свой отель. И вдруг мы, значит, приходим в номер в наш, я смотрю в сумку, денег нет. И я говорю муж, а где деньги? Он говорит, где деньги? У тебя деньги. Я говорю, так нету денег-то у меня. Он говорит, так а где они? Я говорю, так вот не знаю, где они. Он говорит, ну, в машину сходи, посмотри. У меня все внутри начинает, ну, как-то нервно так начинает все там. И я, значит, побежала в машину, смотрю, значит, в бардачке, смотрю в багажнике, смотрю везде, нету денег. Иду обратно, думаю, ну все, кирдык мне сейчас, муж мне устроит хорошую жизнь, хороший отпуск. И я прихожу, он говорит, где они? Я говорю, не знаю. И вот тут мой муж делает одно движение, мы потом смеялись весь отпуск на этом. Я, конечно, не смогу это изобразить, но я попробую. Он делает вот так. Такой испорченный отпуск. И вы знаете, в этот момент мне надо, наверное, было тоже так же упасть и так же, но в этот момент мне стало так смешно внутри, вот от этой вот вообще всей ситуации, от этого жеста, мы потом, говорю, все это очередной семейный юмор теперь. И в этот момент, верите, нет, пришел такой мир, когда вот это вот, ну такой, знаете, драматичный такой момент, вот это вот все вот эти эмоции. И я думаю, они найдутся. Вот правда, всю машину вроде бы я облазила, вроде бы всю сумку перетрясла, но нету. Но так смешно стало внутри, и думаю, Господь, Он позаботится. И он, муж мой встал, говорит, все, сам пойду искать. Пошел и, представляете, нашел. И он говорит, как ты не нашла-то их? Они же лежали вот в водительской дверке, там вот в кармашке. Я говорю, ну вот что-то вот как раз туда-то я и не догадалась посмотреть. Но сама же туда положила, потому что сама за рулем-то ехала. Вот, но а к чему я все это говорю? Что мир Божий, он хранит наши помышления во Христе Иисусе. Аминь. Это удивительно, потому что Господь, еще раз, вот понимаешь в такие моменты, ну, Он всегда с тобой, всегда при твоих путях. Аминь. И даже если случаются какие-то вот такие вот непредвиденные ситуации, это только для того, чтобы еще раз, возможно, испытать нашу веру, так ведь? Возможно, еще раз направить наши глаза на Господа, потому что, опять же, мы взрослые люди, да, все уже вышли из детского возраста, когда мы там во что-то верили, так, ну, доверяли кому-то, и привыкли уже все, в общем-то, держать в своем, ну, не, если
не в разуме, то все равно под своим контролем держать, да? Любую ситуацию, но вспомните, да, любую ситуацию нам надо держать под своим контролем. А Господь говорит иногда, вот бывают такие ситуации, когда от тебя вообще ничего не зависит, да? Вот я лечу на этом самолете, вот трясет меня на высоте 10 тысяч метров, и я понимаю, что от меня вообще ничего не зависит. Я могу держаться там за эти поручни, могу пристегнуться ремнем, но ничего от меня не зависит, так ведь? И вот в этот момент понимаешь, насколько ты вообще в Божьих руках находишься, насколько ты вообще вот просто отдаешь свою жизнь в Божьи руки и говоришь, все, Господь, вот я с тобой, вот мы с тобой вдвоем здесь, и делай, что хочешь, это твоя воля, но я знаю, что она благая, угодная и совершенная. Аминь. Вот, поэтому первое, это мир Божий, он превыше всякого понимания, и он хранит наши мысли и сердца во Христе Иисусе. И, дорогие мои, еще один момент. Бог нам сказал в своем слове, чтобы мы были как дети. А точнее, он сказал, что если мы не будем как дети, мы не сможем войти в Царствие Небесное. Это Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих. Смотрите, что здесь написано. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Вот знаете, иногда нам просто нужно чаще смотреть на детей и анализировать их поведение, как они себя ведут. А для этого надо, чтобы их было много, да? Это наша тема, что мы рожаем много детей. Для того, чтобы смотреть на них и анализировать, как они себя ведут. Вот если посмотришь на ребенка, на маленького, он же полностью доверяет своим родителям, так ведь? Полностью. Когда папа подкидывает маленького ребенка, ребенок не цепляется там в истерике за папины волосы там, или за рубашку, да? Он смеется, он хохочет, да, потому что он знает, что папа все равно поймает, да? Ни одному ребенку в голову не пришло, что папа отпустит руки и не поймает его в этот момент, так ведь? И ни одному папе в голову не приходит, да, подкинуть и опустить, и смотреть, что там произойдет. И поэтому точно так же и Господь, Он никогда не подкинет нас и не опустит руки, да? То есть Он всегда свои руки подставит. Поэтому написано, что если мы не будем вот именно с таким сердцем, с таким образом отдавать свои заботы Господу, написано, что мы не войдем вообще-то даже в Царствие Небесное. Представляете, да? Поэтому просто смотрите, как ведут себя дети. И вот такая вот вера, именно такое доверие Господу должно у нас быть. Я помню свое детство, например, я всегда боялась воды, всегда, просто очень сильно боялась воды. И мой папа как раз всегда хотел меня, ну как бы приучить, чтобы я ее не боялась. Он, конечно, никогда меня не кидал там, выплывай как хочешь, да. Он просто брал меня на руки и заходил со мной на глубину. И я помню, что вот в эти моменты у меня вообще уходил всякий страх, потому что я знала, что я держусь за своего отца, я точно знала, что он меня не оставит на этой глубине, и я точно знала, что мы с ним выйдем на берег. То есть я вспоминаю вот это вот чувство, и я думаю, вот это на самом деле здорово, да, когда ты держишься крепко за своего отца, за земного, за небесного, слава Богу, аминь. И еще один момент, опять же, связанный с самолетами. Я помню, как один ребенок из нашей церкви, это Денис Котеев, который вот сейчас уже взрослый, играет даже здесь на сцене. Я помню, как родители первый раз взяли его куда-то в отпуск, и он должен был лететь на самолете. Ему было лет 5-6, наверное. И вот они прилетели, и я с ним решила поговорить. Говорю, ну как, Денис, тебе понравилось летать на самолете? Он, да, мне понравилось. Я говорю, а ты не боялся? Он, а чего бояться? Я говорю, ну, упасть. Он, нет, а там все закрыто, там не упадешь. То есть у ребенка даже не возникло в мыслях, что самолет иногда падает. Да, он говорит, а там не упадешь, там все закрыто, там маленькие окошечки, ты сидишь, там не упадешь. То есть представляете, да, насколько вот это вот такая детская вера, это на самом деле здорово. И еще мы с вами два места Писания прочитаем, уже пастор выйдет. 1 Петра, 5 глава, 7 стих, где написано «Все заботы ваши возложите на Него,
ибо Он печется о вас. 1 Петра 5:7. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Что иногда как раз и трудно сделать, да, нашими именно вот земным разумом, понимая, что все хочется держать под контролем, но Он говорит: возложи, я о тебе позабочусь. И еще одно место Писания, то, что мы сегодня уже читали, Исаия 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Аминь, дорогие мои, аминь. Пастор, выходи. Аллилуйя. Давайте мы с вами еще помолимся, чтобы именно это слово укоренилось в наших сердцах, чтобы мир Божий, чтобы мы просто могли отдавать свои заботы всегда Господу. Аллилуйя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь мой, за то, что Ты всегда с нами, за то, что Ты печешься, за то, что Ты печешься о нас. И мы молимся, Господь, чтобы Твой мир, который превыше всякого понимания, всегда и во всех ситуациях соблюдал наши сердца, соблюдал наши помышления только в Тебе, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Будьте Аминь. Благословены. Слава Господу. Слава Богу. Вера еще забыла рассказать о том, что самолет наш попал в грозу. Потому что вопрос-то был не в том, что просто трясло, а когда ты смотришь, там еще молнии со всех сторон, и, конечно, страх-то увеличивается. Оно почему-то не сказало про молнии. Сначала светло было, а потом были молнии. Ну ничего. Итак, друзья, о чем я хотел продолжить? Все-таки поговорить о том, что такое мир Божий. Что такое сам по себе мир Божий? Потому что люди под словом «мир» подразумевают все, что угодно. Тем более в русском языке есть еще игра слов, потому что под словом «мир» подразумевается еще земной шар или свет, или светское общество, тоже мир. Поэтому очень забавно звучат слова, где Иисус говорит, ну давайте откроем, кстати, это место Писания, это Иоанна 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам». «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Смотрите, интересно, он говорит, не так, как мир дает, я даю мир. Вы помните, Толстой написал известное произведение «Война и мир». В русском языке просто «война и мир». А европейцы стали путаться и думать, а что он имел в виду? Он имел в виду, например, в немецком языке, например, «мир» — это, ну, «мир» в смысле спокойствия, это будет «Frieden», а «мир» или «светское общество» будет «Die Welt». Вот так. И люди задались вопросом, а Толстой что имел в виду? Он имел в виду мир, светская война и покой? Или война и светская, и свет, земной шар? Что он имел в виду? И так люди путались в этом. Так вот, в русском языке эта путаница, она, конечно же, как-то возникла странно, но я бы хотел поговорить именно о покое, о мире Божьем, что подразумевается под ним. Иисус говорит в Иоанна 14 главе, 27 стихе, Он говорит, мир оставляю вам, покой, то бишь, мир мой оставляю вам. Он говорит, мой мир. Вот очень важный момент, мой покой. Почему он так заостряет внимание, мой покой? Потому что люди всегда хотят подменять Божий покой каким-то своим собственным представлением о покое и счастье. Вы со мной хоть чуть-чуть, друзья мои? И он говорит, смотрите, следующая строчка, он говорит, не так, как дает этот мир. Не так, как это общество дает вам покой. Вот я даю, не так. Вот давайте подумаем, а как дает мир? Знаете, люди всегда хотят, в принципе, какого-то благополучия, счастья и действительно покоя. Все хотят мир, действительно хотят его, но у них свое представление об этом мире. И вот чтобы сохранить мне мир, и чтобы на меня не напали враги, мне нужно вооружиться. А враг думает, если я вооружаюсь, значит, я хочу отнять у него мир. Соответственно, чтобы ему иметь мир, он тоже вооружается. Я смотрю, он взял палку, я думаю, тогда мне надо взять пистолет. Он говорит, если он взял пистолет, наверняка он хочет нарушить мой мир, я должен взять автомат. Тогда другой говорит, так, если он взял автомат, скорее всего, он хочет нарушить мой мир, поэтому мне нужно купить танк. Тот говорит, ага, он купил танк, значит, мне нужно противотанковую систему и вообще противоракетную. То этот говорит, все, атомное оружие точно принесет мне покой. Мне, потому что никто уже дальше не дрыхнется. Тот враг говорит, нет, мне вообще нужно создать НАСА, это космическое оружие, чтобы уж совсем был покой во всем покое. Странно, заметьте,
Чем больше люди вооружаются ради того, практически все страны говорят одну и ту же риторику. Мы должны вооружаться, чтобы у нас был мир. Вы помните в советское время, какой был лозунг, самый яркий на домах? Кто помнит, в советские времена жил «Миру мир». Даже фраза опять та же самая, игра слов. «Миру мир». Всему миру мы дадим мир. И вооружались, как кони. Потому что думали, чтобы был мир, должно быть много оружия. Ну так ведь? И представьте, как люди мыслят таким образом. Люди порой в эту круговерть так врываются, что они даже не могут ответить себе на вопрос, зачем они делают вот эту круговерть. Сейчас я объясню. Зачем? Они даже не понимают для чего, потому что все идут этим путем для того, чтобы иметь счастье и покой. У большинства людей в голове покой и мир будет только тогда, когда у меня будет огромное количество денег, огромное количество связей и огромное влияние. Многие так мыслят. И они говорят, вот когда я буду звездой Голливуда, когда у меня будет огромный дом на берегу океана, вот тогда у меня будет мир. И они тратят все свои силы, всю свою энергию, чтобы получить правильные связи с президентом, чтобы получить правильные связи с сильными мира сего, чтобы зарабатывать кучу денег. И самое удивительное, что забираясь туда на эти журналы, обложки журналов, вдруг понимают, что мир они не только не приобрели, они и последний потеряли. Вы со мной хоть чуть-чуть или нет? Принцесса Диана была замечательная женщина, которая пыталась найти свой мир. И чем больше она находила свой мир, тем больше становилась объектом папарацци и других людей, от которых в конце концов так и погибла, не найдя свой мир. Вы со мной хоть чуть-чуть? Римская империя, созданная, ну вы знаете, 2000 лет назад примерно, Римская империя, она прям так и называлась, «Пакс Романа». Называлось. Знаете, вот именно «пакс» переводится слово, именно «мир», то есть «покой». Или мы на русском языке знаем как «римский мир». Если кто изучал историю или вообще кому интересна эта тема, она прям называлась «римский мир». И когда я впервые это слово услышал, у меня сразу в голове было «римский мир», в смысле «римское общество», потому что это было общество, либо «римский покой». И оказывается, в оригинале именно «пакс романа» звучит «римский покой», то бишь созданная огромная империя подразумевает под собой, что у нас не будет войны, у нас будет мир. Так ведь? Потому что мы захватили практически всю известную на то время территорию, ну, большую часть территории известного мира. И что интересно, что многие страны, они движутся в этом направлении, чтобы создать огромную империю для того, чтобы якобы был мир. Одним из этих апологетов был Адольф Гитлер. Он создавал империю для того, чтобы был мир. Мы все думаем, что он хотел войны, он хотел мира. Почитайте «Майн кампф», он говорит, нужен мир на всей земле. А для этого надо убить всех евреев, поработить славян, завоевать там полмира, взорвать полмира, все разнести в клочья, и будет мир. Ну так ведь? У всех такой покой. Когда мне сегодня многие люди говорят, мы хотим только мира, и знаете, агрессивные люди, и говорят, вот мы хотим создать какую-то империю, и они идут этим же путем. И я понимаю, что этот мир, он ценой огромной, жуткой войны и огромной крови. И люди так мыслят. Когда я был в Швейцарии, я вообще удивился очень моментом интересным. Знаете, я писал в Фейсбуке порой, кто там бывает следит за какими-то моими там вещами, там даже люди на меня нападают порой, когда я писал о Швейцарии особенно. Вы знаете, маленькая горная страна. Кстати, хочу немножко наехать на наших людей, вообще на русских людей. Слушайте, мы хоть бахвалимся своим образованием. Ребят, ну стыдно, когда мне пишут люди в Фейсбуке из нашей церкви, знакомые, и путают Швецию и Швейцарию. Ну это уму непостижимо. Ты сейчас скажешь, да пастор, какая разница? Слушай, если бы твою страну Румынией называли, тебе нормально было как? Ты бы сказал, слушай, Румыния вот, и вот Россия. И американец бы сказал, да какая разница, и то на ре. Я их путаю. Бред какой-то. Ну так ведь? И так же тут. Ну отличайте Швецию. Мне там, ой, там тоже наши друзья сейчас, как раз с вами в Швейцарии. Где? В Упсале, у Ульфа Экмана на конференции. Думаешь, какая Упсала? Швеция – это север. Швеция – это викинги с рогами. Швеция – это Карлсон. Швеция – это Ульф Экман. Это плоская страна, холодная, нормальная, добрая страна. Это Икея, это Швеция. Это Стокгольм. Это Швеция. Швейцария – это горы, это Берн, Базель, Цюрих, это сыр. Не бывает шведского сыра, вот его не слышно. Швейцарский сыр, ножи швейцарские, шоколад швейцарский. Ну поняли? Часы швейцарские. Помните, Пушкин написал, «Ура, мы ломим, гнутся шведы».
Если бы путали, там написали, ура, мы ломим гнуться швейцарцы. Нет, швейцарцы не гнутся. Они жили спокойно в своих Альпах. И ты сейчас скажешь, пастор, так а тема-то о мире Божьем. Так вот. Так вот. Когда мы были в Швейцарии, там, где горы, там, где сыр, там, где Цюрих, там, где был великий реформатор Винлих, простите, запутался, прям язык не выговорит, Цвингли, реформатор, Жан Кальвин, это все Швейцария. И вот, смотрю на историю Швейцарии, на развитие экономики и так далее, и я вдруг понимаю многие вещи. Вы знаете, в нашей жизни нужно всегда видеть причинно-следственную связь. Историю не связывать с настоящим.